Краеведческом музее Каспийска стартовала выставка «Путешествие в мир сказок» в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Здесь представлены для горожан и гостей республики фарфоровые фигурки персонажей из разных сказок. В рамках акции Каспийский музей открыл выставку «Путешествие в мир сказок». В выставке представляем фарфор из собрания музея частных коллекций, который представляет сказочных персонажей, героев Пушкина, Гоголя, Крылова, русских былин, кавказского эпоса и многих других. Выставка проходит в ночь музеев с 18 до 23 часов. Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку. Помимо этого, в рамках мероприятия представлены и работы художников. Одной из них является Марьяна Байсулаева. Она написала картину о Каспийском дворце культуры. Девушка отмечает, что фарфоровая выставка оставила о себе положительные и приятные впечатления. Выставка просто замечательная. Я как любитель фарфора, особенно старинного и антиквариата, впечатлена очень. Некоторые экспонаты у меня тоже есть в моей личной коллекции, но волшебно. А также вот этническая тема очень хорошо раскрыта, мне кажется. Все наши ремесло нашего Дагестана, и балхарская керамика, и резьба по дереву, ковроткачество, все представлено широко. На выставке гости вернулись в свое беззаботное детство. Кто-то вспоминал, как мама читала ему сказки Пушкина. Кто-то рассказывал и знакомил своих детей и внуков с представленными персонажами. Все-таки решили посетить. Очень нравится. Во-первых, как будто бы окунулись в детство. Знакомые сказки узнали. И вообще приятная атмосфера. Очень красиво. И ребенку показать. Сказки, которые мы знаем, ей понятно. Еще пока те, которые не знаем, но еще непонятно. Фигурки очень красивые есть. Нежные такие, приятненькие. Напомним, что в штатном режиме музей работает с 22 мая и будет открыт все лето без выходных с 10 утра до 7 вечера.